ребята, подписчики, подвохи, рад вас видеть. Я думаю, вы меня давно не было видосов. А сегодня я вырвался в снегопад на охоту. Планирую поплавать, посмотреть, что к чему. Так как давненько не ездил, один раз ездил до этого, вообще борода была, даже ничего нарезать не стал. Тихо было, одного карася там встретил, кто в инстаграме подписан, знают, ребята. Вот. А сегодня у нас, смотрите, какая погода. Опа! Метет, метет, метет снежок. Надеемся на хороший прозрак. Будет, не будет. А так что, поплаваем, все вам покажем, расскажем. Если что, поймаем. Ну, не поймаем, просто отдохнем. Всем подвохом чистой воды, рыбки побольше, ну и хорошее настроение. А мы погнали. На дороге, пацаны, каша конкретная. А в ночь обещают у нас минус. Надеюсь, все это не превратится в каток, как был у нас так годок другой назад. Зато зима красивая. Наверное, первый обильный снег за эту зиму в 2020 году выпал. Сегодня все буксуют, с утра выезжал, газуют. Будьте, как говорится, вежливы также, пацаны, пропускайте всех, выталкивайте. Ситуации разные бывают. Тем более мы, подводники, лезем туда, где волки. Кое-что боятся делать. Вот так вот. Едем не спеша на наш водоемчик. Так, пацаны, подводники, что, пригнали мы? Метет конкретно. Водоем вообще не видать. Я думаю, кто местность узнает, пишите в комментариях. Мы что, переодеты уже, так и дома переоделись. Берем сейчас снарягу нашу. Вот, и что, и погнали. Погнали плавать.